сложно сейчас чего-то рекомендовать, но у меня есть, конечно, естественно, есть свое мнение. Есть свое мнение, я это мнение говорю, что, в принципе, уровень чемпионата Азербайджана и уровень этих футболистов позволяет, чтобы показать лучшую сторону, я считаю. Потому что многие футболисты себя проявили очень здорово и на Еврокубках, и это как бы вот параллельно связано с игрой со сборной, то есть это международные игры. Я считаю, что у сборной Азербайджана, конечно, сейчас нереально говорить, что там может он переиграть сегодня и Италию, там Францию, Германию, но, конечно, значит, средники европейских, на уровне того же Эстонии, естественно, если не лучше, то не хуже должно играть. Этот потенциал есть, и футболисты довольно качественные, хорошие. Что касается, ну, я не знаю. Вот, например, я просто могу пример привести, что вот, что сделала сборная Грузии. Да? Очень долго мы имели иностранного тренера. Вот потом взяли и доверились Кизбая, который пришел и за год, за 8 игр ни одну игру не проиграл. Понимаете? Кавказцы довольно своеобразный народ, и очень важно человеческие отношения, даже профессии то же самое. Я думаю, что квалифицированный местный тренер, я бы думал, что мог бы настроить. А настрой и психологический подход к игре – это очень важно. Может лучше настроить, чем иностранец, это однозначно. Это однозначно, и с другой стороны, конечно, качество тренера должно быть. То, что он должен квалифицирован, и самое главное, что футболисты должны ему верить. Вот когда тренер что-то говорит и объясняет футболисту, если там нету доверия, да, то есть если тренер футболисту не доверяет, то он должен не иметь этого футболиста. А если футболист не доверяет тренера, и он слушает и как бы отпускает, другого выпускает, то там уже все закончено. Вот это очень важно, вот эти моменты, значит, тренера должны уважать как профессионала, ну, естественно, и вот этот подход психологический, менталитет туда входит, да, это вот этот, если новый тренер вот это сможет, кто будет, чтобы вот это соединить, то, естественно, гораздо лучше будет результат у сборной Азербайджана. Выходя из того, что вот я честно скажу, что во всяком случае, довольно хороший результат имеет тот же Губан. Я думаю, и местные, он, и его футболисты многие играют за сборную. Я думаю, что и опыта очень довольно хорошо набрал. У меня есть свое мнение, просто это не значит, что я кому-то что-то учу. Есть свое мнение. Я думаю, что в этом случае, я думаю, что он больше результатов. Я так думаю. Среди людей, если ваши сторонники, кто хотят, чтобы сборную возглавили? Нет, конечно, нет. Я вот потому говорю, что я ближе иностранец, но все равно я иностранец. Я вам говорю честно, я думаю, что вот психологически настраивать и менталитет должен знать человек лучше. Да, я многое знаю, многое увидел, научился здесь, но я думаю, что вот чем ближе может человек поговорить на своем языке, это тоже очень важно. Понимаете, есть слова, которые не переводятся. Есть грузинские слова, которые не переводятся. Есть азербайджанские слова, которые не переводятся. И которые футболист может так настроить или так вот. А это одна игра, это сборная, это больше психологический подход и больше тактический подход. Правильно? Значит, что тут надо? Надо правильную игру поставить и, значит, психологически настроить команду. Это самый важный момент в игре сборной. Они бегают по кругу, понимаете. Это смешно, чтобы сказать, что за 3 дня человек может кого-то подготовить физически. Это смешно. Его должен подготовить тактически, его должен подготовить психологически. Вот 2 компонента.